А, кстати, вот действительно совершенно поменялся имидж, потому что раньше у вас вот эта вот копна такая а-ля принц черных волос, сейчас немножечко другое. Это совет имиджмейкера, стилиста или это какое-то собственное решение? Вы знаете, это желание встретить лето как-то по-другому. Чтобы не так жарко было. Да, все-таки вот этот большой сноп волос на голове, честно, за многие годы я от него очень устал. И вот, наверное, последней каплей стало то, что я недавно сел, приехав в родной Минск перекусить, моя челка упала мне в суп, и я решил все, на сегодня все закончено. Я понял, что тогда послужило стимулом. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».